Зрители и подписчики канала «Домашняя качалка», рад вновь видеть вас на своем канале. Смотрел недавно Дениса Борисова, понравилась мне его рубрика, как он читает книги для своих подписчиков. И сегодня я решил почитать вам свои любимые книжки. Ну, конечно же, я шучу. Конечно же, вы поняли, что это продолжение, своего рода продолжение к выпуску «Домашняя качалка отвечает», 23-й выпуск. Был у меня вопрос про книги, какие книги я читал по силовому троеборью и вообще про тренировки, так скажем, про тренировочный силовой процесс. И вот я сегодня нашел 5 основных книжек. Здесь у меня нету, у меня куча журналов лежит старых. Есть книга «Арнольд Шварценеггер рекомендует», трехтомник большой подарочный. Он тоже уже достаточно старый. Ну и вот я сейчас расскажу вам об этих 5 книжках, которые я читал, зачитывался даже, можно сказать, в свое время по первости. Сейчас уже, конечно, лень их читать, многое уже знаешь из них, что-то вспоминается. Ну, по второму разу, в общем, это не художественная литература, по второму разу эти книжки читать уже не так интересно. Разве что вот эту первую книжку, это написала Венди Лей, «Неофициальная биография Арнольда Шварценеггера». Это в свое время была моя настольная книга. Я ее читал, наверное, раз 30 перечитывал. «Неофициальная биография человека, легенды Арнольда Шварценеггера». Все многие такие парни моих лет, так же, как и я, начали заниматься именно благодаря Арнольду Шварценеггеру. И вот думаю, что у всех этих парней есть эта книга. Также у меня была книга, которую я зачитывался книжкой, это и очень хорошая, грамотная книга, написал ее И.В. Бельский «Магия культуризма». Здесь методика тренировок не только для мужчины, но и для женщины. Такая методическая литература, здесь все таблицы по продуктам, сколько в каких продуктах витаминов, сколько белка, сколько калорий нужно. Также достаточно много всевозможных расписанных диет для похудения, для набора мышечной массы. И в конце книги, в то время это модно было, вот размеры тренажеров, стоек каких-то для своих залов, кто хочет сам делать их. И вот со всеми размерами, со всеми, так скажем, расцентровками вот эти вот таблички были. Также достаточно интересная книга «Культуризм для всех». Но эта книга, я так понимаю, что сборник переводов с каких-то зарубежных журналов, потому как у этой книги автора нет. Издание у нее 91 год. Издавалась она в дом книги «Совэкспорт книга». Вот такая вот книжка. Здесь тренировочные методики, если у вас отстают определенные группы мышц, ну на все группы мышц, то есть, если они у вас отстающие, на каждую группу мышц можно здесь найти комплекс, чтобы подтянуть ее. Также есть здесь описаны школы культуризма, школа братьев Уэйдеров, школа Боба Гофмана и школа Арнольда Шварценеггера. Также всевозможные рецепты всяких коктейлей и принципы питания культуризма в этой книге описываются. Ну, а это две самые лучшие книги по теории наращивания силы. Я хочу вам сказать, что это книги практически на научном языке написаны. Первая книга – это Фридрих Хэтфилд «Всестороннее руководство по наращиванию силы». И вторая книга – это тренер нашей сборной по пауэрлифтингу Борис Иванович Шейко. Самое приятное, что эта книга у меня с автографом автора. Это он приезжал к нам на чемпионат России, не помню какой год, 2005 год, 3 марта. И меня с ним познакомил Валерий Иванович Журавлев. Это тоже довольно-таки известная личность в троеборье, особенно в Кузбассе.
Он меня познакомил с Борисом Ивановичем Шейко, подвел, сказал, что парень тренируется, парень очень к вам положительно относится, подпиши ему книгу. И вот он мне сделал, оставил автограф. Книга достаточно толстая, методически, она очень грамотно написана. Ну, что соперничать? Соперничать с Борисом Ивановичем Шейко я не буду. Купите эту книгу, прочитайте, и я уверен, что вы можете сказать, что я знаю практически все про тренировочный процесс в пауэрлифтинге. Я сам пытался по ней заниматься, но для меня книга оказалась достаточно тяжеловатая. Борис Иванович Шейко я также и сказал. Я говорю, эта книга, наверное, рассчитана на людей, которые химичат, потому как я занимаюсь всегда на сухую, и мне она практически с трудом дается, все вот эти комплексы, если еще следить за вот этой вот процентовкой в упражнениях, то книга достаточно тяжелая. Очень тяжелые у нее методические вот эти вот программы. Я не смог, не выдержал по ней заниматься. Ну, а это наш американский собрат Фридрик Хэтфилд. Многие тоже могут прогуглить, про него прочитать. Книга тоже достаточно интересная здесь. И про тренировки, и про питание, и биохимия даже есть. И даже есть раздел, как химичить, чтобы сила была, чтобы сила росла, недюжая. Всевозможные формулы, по которым проводят тренировки. И соревнования, если все в одной категории выступают. Вот такие вот книги я в свое время читал. Могу посоветовать, чтобы вы их почитали. Вот эту книгу, по крайней мере, достаточно легко найти в электронном виде. Арнольда Шварценеггера тоже в интернете полно в электронном виде. Ну а вот эти вот три книжки, я не знаю, сможете вы в электронном виде найти или нет. Но в любом случае, кто хочет, тот найдет. Можете попробовать поискать их. Ну вот, ребята, мой такой сегодня выпуск. Кстати, готовится у меня курочка. Хотел я сегодня еще записать рецепт приготовления курочки, так как завтра мне на работу. И решил я себя побаловать. Приготовил я себе, готовлю вернее все еще, сейчас в процессе готовки, не котлетки белковые, а курочка. Ну, как всегда, я это все делаю на свою. От головы беру все эти ингредиенты, так все сумбурно смешал, перемешал, думаю, что получится вкусно. Вот что-то печка вот у меня еще с тех далеких времен, и поэтому она не справляется. За 40 минут у меня курочка не может приготовиться. Я ее еще раз поставил по второму кругу. Думаю, что часа за полтора она у меня должна приготовиться. Ну, если вам интересно, напишите в комментариях, я сниму и то, как я курочку иногда готовлю. Но это уже, наверное, не относится к диете фитнеса, потому как там, когда она готовится, ее вытаскиваешь, там, наверное, с полстакана жира плещется на листе, на противне. Ну, все-таки, если интересно, я вам покажу, как я готовлю курочку. И также я вспомнил одну из веселых историй о тренировках. Помнил я, как девочка одна делала такой необычный суперсет. Если вам это интересно, тоже оставьте свой комментарий, и я вам про этот суперсет расскажу. Такого вы суперсета не видели ни в одном зале. Ну, если только эта девушка не приходила к вам в спортзал тренироваться. Ну вот, ребята, на сегодня это все. Я вам желаю, употребляйте правильное спортивное питание, читайте правильную литературу. А мы с вами увидимся на канале «Домашняя качалка». Всем пока!